Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату всем. И сегодня мы будем играть в игрушечку мобильную под названием Duskwood. Duskwood переводится как не знаю что. Короче, какой-то деревянная доска. Доска, может, хрен пойми. В общем, игрушка о каких-то всяких там, криминальных событиях и бла-бла-бла. Значит, нам надо будет раскрывать суть какого-нибудь преступления, я так понимаю. Ну, так было написано. Описание не читал, пару картинок увидел, и она мне постоянно просто в Play Market вылазит, именно как в рекомендованных. Игрушка многим нравится, как я увидел по отзывам, и еще я хотел что-нибудь новое какое-нибудь скачать, вот только что ее скачал и сразу ее запускаю, чтобы посмотреть, что тут да как, и с вами поделиться вот этим всем. Значит, играем в первый раз, поэтому нажимаем «Играть». Надеюсь, не сильно громко. Ух ты. Игрушка вроде на русском должна быть, но пока что все она ищет. Это типа Даркнета, что ли? Ой, что-то так слишком громко. Жесть, как громко. Да, чуть потише надо сделать. Что это за давнище? Что это было за... Вот это вот... Что это за прелюдия какие-то? Что это вот этот... Фу таким быть. Ой, блин. Значит, эпизод первый. Добро пожаловать в Duskwood. Да, так и называется, то есть никак не переведено. Значит, наверное, так и есть. Может, перевода этому не имеется. Мы рады приветствовать вас в Дасквуде. И желаем тебе отлично повеселиться. Веселье, как классно. Что тут может быть веселого, если мы должны раскрывать какие-то убийства, если дела там всякие, какие-нибудь, может, кражи, я не знаю. Ну, насчет убийств точно что-то должно быть. Что-то связано с Даркнетом, потому что постоянно, когда, я так понимаю... Даже, очень похоже. Darknet, то есть Duskwood, хотя нет. Но хреново связано первые две буквы. Даже не первую букву, а первая буква, и все. Duskwood выходит эпизодами. Можешь начать играть, пока мы продолжаем выпускать контент. И готовим следующее обновление. Окей, давай. Сообщение от Томаса. Запрос чата от Томаса, давай. Томас добавил тебя в чат. Привет, ты тут? О, нифига себе. То есть я тут сам не могу писать. Окей. Привет. А что, я не буду ему отвечать, а ты кто и что, или что-то такое. Ох. Что ты так охаешь? Привет. Ты уже... А как это он написал «привет» с вопросом? Это странный какой-то вопрос. Привет? Кто так вообще спрашивает? Ну, ты что-нибудь пишешь? Или мне надо что-то ответить? Нет, ничего мне не дает ответить. Когда он написал «привет», я даже не заметил, что он с вопросом. Не знаю, как это объяснить, все звучит довольно безумно. Я это столько раз уже прогонял у себя в голове. Погоди. Что-то какой-то он мутный. Мутный парень. Что он хочет? Сначала других добавлю. Пожалуйста, не уходи. Томас добавил Клео. Странно. Какой-то неизвестный чувак добавляет меня в какую-то группу. Еще других людей. Привет. Здорово. Кто вы, люди? А я могу просматривать? Да, могу. Класс. А что это за мутный тип у него? Ребят, вы серьезно? Гениальная идея, блин. Да, какая-то, короче, телеграм как будто. Какой-то телеграм. Дэн, заткнись, пожалуйста. Что это так грубо? Как тебя зовут? Томас, точно. Томас, главное не забыть. Добавил он Клео, Дэна, Лили и Ричи. Я так понимаю, ты кто? Это Ричи. А его можно как-то их просматривать? И что теперь? Что-то я ничего не понимаю. Ничего не говорить. Вы кто? Вот это странно. Это очень правильный вопрос. Вы кто? Очень интересный парень. Это Лили, наверное. Так это он? Похоже на то. Парни, вы меня в какую-то уголовку добавляете, да? Вы в какую-то банду? Я, если чего, отказываюсь. Ладно, простите, Джейси, у меня последний в списке. Привет, ребята. Ладно, теперь все.
Так, это, кстати, происходит в 5 часов. Подожди, а это мое настоящее время? Кстати, это, по-моему, мое даже настоящее время используется. Или нет? Ну-ка. Да, и вправду, мое настоящее время используется. Ладно. Ладно, теперь все. Что происходит? Мне интересно. Вы кто? Парни, вы мне добавили. Ну, что ну? Баранки гну. На ну и гну. Можно ответить. Не знаю, как это сказать. Скажи прямо. Зачем постоянно куда-то увиливать? Не понимаю. Меня какие-то неизвестные люди добавляют куда-то. Непонятно куда. Я их даже не знаю. Они меня просто добавили. Может, они хотели как-то подружиться, но хотя бы спросили, как дела? Ты кто? Откуда ты знаешь мою сестру? Это кто? Лили? А Лили это, наверное, сестра Джесси. У Мира есть зубы, которыми он может тебя покусать в любой момент. А что это я могу? Пакет специально содержит пакет. Что это? О, опять надо донатить. Не, спасибо. А, я думал, это я ей типа звезды буду ставить. А ссылки Dead City, моя любимая игра в фэндом Стивена Кинга. Оно 2. Что? Отражение? Как это? Непонятно. Дайте выйду. Что-нибудь там дальше? Откуда ты знаешь? Кто знает чью сестру? Ты о чем? Но вообще-то вы меня сюда пригласили. Да. Но вообще-то вы меня сюда пригласили. Я никого из вас не знаю. Лили? Это кто? Кле. А. Лили, что ты с ней сделал? Ага, очень интересно. Очень интересно. Лили это у нас это Джесси, это Клео, а Лили у нас это она. Ага, так. Ты кто? Она спросила у меня сначала, откуда ты знаешь мою сестру? Кто твоя сестра? Я так понял, Клео ее сестра. И она что с ней сделала? Мы вынуждены спросить, откуда ты знаешь Ханну Донфорд. Я не знаю. Имя звучит знакомо, впервые слышу это имя. А почему вы спрашиваете? Я впервые слышу это имя. Никто мне... Я впервые слышу это имя. Возможно, я ее знаю по сюжету, но мне так... Серьезно, ребят? Да, серьезно, серьезно. Мне... А можно я буду писать, когда я хочу, а не когда они, то есть... Ханна моя девушка. Очень-очень интересно. И она пропала. Угу. 3 дня назад, если быть точным. Теперь понятно. А как вы меня нашли? Как вы про меня... А я-то что тут при чем? Давайте ближе к делу. Мне очень жаль. Ну, знаешь, 3 дня назад она пропала. Ты бы обратился в полицию. Знаешь, парень, если она не была ни у родных. Ну, ты позвонил родным там. Можно я задам какие-нибудь другие вопросы? Тут нет никаких вопросов. Ты обращался, типа, к полиции. Ты обращался к... Ну, даже нет. К полиции сразу бежать, это странное дело. Ты обращался вообще к ее родным? Или у нее нет родных? Если она тебе не отвечает на звонки, и ты ее просто не видишь, может, она не хочет тебя видеть. Может, ты что-то сделал плохое для нее. Кстати, можно это погромче, я думал, это будет постоянная музыка играть, на самом деле нет. Значит, давайте посмотрим, что дальше. Я-то тут при чем? Просто, ну, тут больше ничего интересного. Она дала мне твой номер. А-а-а. Слушай. Слушай. А как я могу слушать? Всегда вот это вот слушай, это очень страшно. Слушаю. А, нет, нельзя мне опять писать. Я получил с ее мобильное сообщение прошлой ночью. Я с ней ночью не был нигде. В нем был только твой номер. Больше ничего. Почему у этого парня он в капюшоне, как с какого-то Даркнета? Он заказал себе худи с Даркнета, что ли? Очень похоже. С вот этих вот. Может, стоит тоже отметить, что ее телефон исчез вместе с ней? Очень, кстати, этот шутник, парень. Как тебя зовут? Дэн. Дэн шутник, прям видно. Я так понимаю, ссылки это типа... Ну, это типа куда-то можно переместиться, но я не буду нажимать. Наверное, это... Может, стоит также отметить, что ее телефон исчез вместе с ней. Да, это мы поняли. Да, к чему он сказал да? Балда. А может, мы с ней где-то пересекались? Вы что, шутите? Жуть. Ну, насчет вы что шутите, не знаю, к чему это, но вот...
Может, мы с ней где-то пересекались? Это возможно. Хотя я с ней не пересекался. Это все подстава. С чего бы ей отправлять твой номер? Не знаю, может, ей настолько стал близок. Не знаю. Все лучше и лучше с каждым днем. Этот парень говорит с загадками и всякими этими, как их называют, не каламбурчиками, тьфу, эти, шуточками, тьфу, шуточкой. Я пытался ей сразу же позвонить, конечно. Кто-то поднял трубку, но ничего не сказал. Парень, если кто-то поднял уже трубку, если она скинула мой номер, ничего не отвечает. О, но ничего не сказал. Пожалуйста, подумай хорошенько, что это такое? Что это за стоковские картинки? Вот она, Ханна Донфорд. Откуда ты ее знаешь? Почему с ее пропавшего телефона отправили твой номер? Я не сказал, что я ее знаю. Я не сказал, что я... Я сказал единственное, что, возможно, мы с ней пересекались. Возможно. Я этого не помню. Я не помню всех людей, с которыми я пересекался. Возможно, я когда-то... Хотя у меня хорошая память. Людей я на лицо могу запомнить. Поэтому, если я с ней пересекался, я бы ее запомнил. Но мой герой, я так понимаю, нет. Кстати, нам когда-нибудь дадут представиться. Простите, я честно не знаю. Может, это она меня откуда-то знает. Может, вы меня с кем-то путаете. Ну, скорее всего, они не путают его с кем-то, потому что если дали его номер. Но, если отправляет она с какой-то номер и поднимает руку и не отвечает, это пора задуматься, что, возможно, ее похитили. И она не отвечает 3 дня. И тишина. И вообще, она странно себя ведет. А, значит, вам бы обратиться в полицию. Но здесь такого нету. Они вместо того, чтобы обратиться в полицию, меня добавили в каком-то групповом чате. Что это вообще за соцсеть такая странная, непонятная. А такое чувство, как будто это обычный просто этот, как он называется, не мессенджер, а сообщение просто, ну вот. В общем, давайте ответим им так, что может это она меня откуда-то знает, может быть она моя фанатка, я не знаю, может я чем-то занимаюсь таким. Непонятно, что они хотят сказать этим. Может, вы были знакомы давно? Может быть. Видите, это все пустая трата времени. Я же говорил, ну короче, этот парень. Как вы знаете, не мне такое говорить, но. Но. Тебе реально стоило оставить это дело полиции, нет? Вот, парень. Он самый тут понятный и рассудительный, я так понимаю. Он тут... Ага, конечно. Ты прекрасно знаешь, почему я этого не сделал. Ага, понятно. У него, наверное, какие-то проблемы с полицией. Возможно. А возможно, он просто не доверяет полиции. Потому что не всегда полиция самая хорошая. И это совсем не выглядит подозрительным с твоей стороны, да, Томми? Да. Да. Это очень выглядит подозрительно. Подозрительно. С меня хватит. Удачи. Покинул он чат. Мне что-то подсказывает, что он самый такой, хоть и адекватный и пишет всякие такие это, но возможно он самый проворный и возможно он что-то с ней сделал, но мне так кажется. Он может иногда себя нормально вести. А, фу, блин. Он может хоть иногда себя нормально вести. Простите, ребят, но вы уже знаете, что я обо всем этом думаю. Джесси покинула чат. Она тоже вышла из чата. Молодцы. Ну, я не знаю, что еще мы можем сделать, понимаешь? Мы пытаемся ее найти. Я не понимаю, кому это все адресовано. Это адресовано ко всем сразу или адресовано ко мне, понимаешь? Так, мы просто пытаемся ухватиться за соломинку. Какую к хренам соломинку? Ты о чем? Говорят они еще какими-то такими словами, знаете, этими, как их называют, метафорами, так сказать. А, мне надо уже ничего не говорить. Думаю, кто угодно поступил бы так же. Мне кажется, это пустая трата времени. Какая пустая трата времени? Мне интересно, на что я это отвечаю? Они пытаются через меня найти ее, что ли?
Если они это пытаются через меня найти, ничего не говорить. Да давайте тоже с сожалением как-то скажем. Ну, я не знаю даже, что тут ответить, немного контекста не улавливаю. Это не просто соломинка. Да, согласна. Да. Давай. Я говорила, в общем, не только про этот номер телефона. Глазами своим не верю. Лили покинула чат. Лили, это не она. Это же Клео. Да, это Клео. Ой. Что это? Новые сообщения. То есть четверо. Минус один. Осталось трое. Трое, да. Томас, Клео и Ричи. Ричи. Если ухватить... А меня почему-то не пишут, да? Ну ладно. То есть четверо, если учитывать господина X. Ну или госпожу X, уж простите. В наше время с такими вещами нужно быть аккуратней. Госпожа X сойдет. Господин X, будьте так добры. Да, я не хочу быть женщиной, спасибо. Я не вполне и парнем нормально сойдет, да. Но господина мне не надо считать. Просто можно... Я мог бы назвать свое имя. Зачем скрывать свое имя? То есть я не боюсь, если тут начинается какая-то это, скажу имя. Ну, имен дофига. Фамилию не буду с отчеством называть. Может, просто скажешь, как тебя зовут? Вот и познакомимся. Да, давай. Меня зовут. О! Наконец-то! Наконец-то я могу себя назвать. Здравствуйте! Меня зовут Чебалда. Вам так удобно? Чебалда. Привет, Чебалда, вот это прикольно, вот это прикольно, приколдос. Да, он тоже и так сделал, и он такой, ой, Чебалда, ни хрена себе, вот это у тебя имечко. Я Ричи, извиняюсь за то, как ужасно грубо мы себя повели. Это не мы, а кто? Что ты делаешь, Ричи? Я тоже не понимаю, что вы делаете. Вы меня опрашиваете, но общаетесь между собой, и иногда непонятно, с кем вы общаетесь. Не знаю, просто подумал, что... Кто так общается? Кто ставит в конце? Будет разумно обменяться любезностями. Вам нужна моя помощь, не так ли? Слушаю. Не знаю, просто подумал, что... Ну, я слушаю. Ты почему они не договаривают? Что это за бред? Кто так пишет? Никто. Никто так не пишет. Я не видел ни одного человека, который просто пишет, а потом просто обрывает контекст. Ну, то есть, это, я не знаю, какие-нибудь стихотворения, может быть, какие-нибудь произведения, но не в письмах. Такое чувство, как будто, ну, его кто-то задерживает или что с ним. Ну, Хана отправила нам твой номер. Это ведь должно что-то значить. Черт, я не знаю. Думаю, Ричи пытается сказать что? Опять что? Ты не могла в одном сообщении? Зачем? Есть люди, которые пишут по несколько слов и разными сообщениями. Не понимаю для чего, но так пишут. Возможно, потому что они не знают иногда этих пунктуаций. И для того, чтобы как-то хотя бы было понятно в контексте, что они означают, то есть где соблюдается пунктуация, они как-то раздельно пишут. Но они, я вижу, что это как его называется? соблюдают пунктуацию. То есть видно, они ставят и запятые, и многоточие делают, и бла-бла-бла, и все дела. Думаю, Ричи пытается сказать, что ты наша единственная ниточка, ведущая к Хане. Да, вроде того, да. Да, если вы так думаете, но что-то я сомневаюсь. Ну, вообще, если оставили мой номер, либо это был какой-то рандом, нашли мой номер, либо тот человек, который ее похитил, либо, возможно, это розыгрыш какой-то, но очень не смешной на самом деле для парня ее. Ну и для... Если он не сообщил это родителям, ее родителям, или ее близким, 100%, ну, если у нее есть родители, можно было у нее спросить. Если она и над ними прикалывается, это очень хреново. Если у нее нет родителей и близких, ну, то есть, и она не над кем смеется, тогда это очень хреново, да, это хреновая ситуация. Вот что это за предложения такие?
кто так составляет приложение? Если вы так думаете, и потом многоточие. Ну, что-то я сомневаюсь. Если оставили мой номер, возможно, тут сомнение 50 на 50. Но если вы так думаете, давайте посмотрим, что, если вы так думаете, что за обрывки такого контекста. Что... Почему? Было бы очень прикольно, я бы хотел всегда такие игры, которых ты можешь как-то сам отвечать. То есть отвечаешь то, что ты хочешь, не из выбранных вариантов, а то, что ты хочешь. Я знаю, как странно это все выглядит. Нам тоже непросто. Думаю, будет лучше, если ты останешься. Звучит странно. Где остаться с вами в чате? Мне не трудно. То есть, если вы, конечно, меня по IP не вычислите и не приедете ко мне домой, ну тогда это будет хорошо. Я постараюсь сделать все, что могу. Ладно, очень странно, звучит офигенно. Что офигенно звучит, меня какие-то люди нашли и пытаются допрашивать. Не знаю, что тут звучит офигенного. Поэтому я постараюсь сделать все, что могу. Окей. То есть помочь, ну ладно. Хотя я бы обратился в полицию. Ну, они странные люди. Супер. Мне пора. Труба зовет. В туалет, что ли, да? Если в туалет, можешь в туалет сходить с телефона. Нужно глянуть на драндулет достопочтенной миссис Майерс опять. Иначе она поедет к этим пафосным придуркам из ТТ. Ага, какая-то, наверное, не контора, а какое-нибудь обслуживание, которое за бешеные бабки, может быть. А он так бесплатный или как-то более по-соседски или что-то такого, типа, и сделает ей более выгодно. Ладно, Ричи, мы поняли. Ладно, покедова. Удачи. Не знаю, что еще. Зачем они покидают чат, мне интересно. Останьтесь в чате. Просто, нафига? Кажется, странный тип. Кажется, он милаха. Что за два выбора странных? Я парень. Я же выбрал, что я парень. Какая нахрен милаха? Странный тип, я отвечу. По-другому я не могу сказать. Но другого нету варианта. Это странный очень. Про него много так кто думает. Да нет, не странный тип. Ничего такого он не сделал. Я не знаю, почему он считается странным типом. Это просто, блин, игра так мне не дает. На самом деле он ничего. Да я не сомневаюсь, что он ничего. Ну, то есть, игра мне сама не дала мне ответить за него по-другому. Да, что ж, думаю, пора тебе вкратце рассказать, что произошло. Я этим займусь. Сейчас они врываются в мой дом и начинают рассказывать. Они уже вычислили меня по IP и врываются в дом. Хорошо, сейчас я тебя добавлю. Куда? Куда-то вы мне еще добавите? Я думал, это и вся игра, мы будем писать. О, куда? В сети. Готово. И куда ты меня добавил? Привет. Здорово. Мне. Ну да, мы с тобой давно не виделись. По сути, мы с тобой вообще не виделись. Но давно не виделись. А еще раз извини, что все так вышло. Да ничего страшного, ладно. Главное, вы меня не бейте. Наверное, это все кажется довольно диким. Да. Ну, я все понимаю. Нифига себе, а это еще надо будет выбирать. Какой капец, настолько уже игры стали донатными, что даже какие-то вопросы надо будет отвечать. И вот я думал, это со звездочкой, типа мне дадут звездочку, а на самом деле это, чтобы такие давать ответы, нужно иметь специальный этот, какой-то там аккаунт или что-то такого. Ну, короче, вот надо будет покупать. Но я этого не буду, спасибо. Ничего страшного. В принципе, мне ничего страшного нет такого. Значит, что-то пока что это все очень странно попахивает. Я сам не свой с тех пор, как она исчезла. Ну да, 3 дня исчезла. Что теперь делать, непонятно. Обратиться в полицию он не хочет. Сам он расследует, пытается стать следователем. Не знаю, кем он хочет себя показать. А потом еще... Это сообщение. Я подумал сначала, что она вернулась. Откуда? Она куда-то уходила? Пишет, что все в порядке, но, видимо, на это больше надеяться не приходится. Прости, что отошел от темы. Я должен рассказать тебе, что произошло. Ты не должен, это был твой выбор. Ты так решил. Давай.
Что? Что за странные ответы? Ладно. Прохладно. Не знаю, с чего начать. Ух ты, ух ты, ух ты. Может, ты мне пишешь? Или мне надо вернуться в этот чат? Эх ты. А что тут за картинки? А, тут ничего. Понятно. Все ясно. О, теперь у меня целых два. Джесси Дэн. Джесси Эй. Лайф? Что? Эй. Ну, эй, чего? Че ты хочешь от меня? Че как? А что за фигня? Если мне сейчас будут показывать, это хреново. Тебе не кажется, что ты вел себя по-идиотски сегодня? Что тут происходит? Что за лайф? Я не понимаю, как они меня метают через каждые какие-то непонятные. Что это за гла. Он. Не знаю, с чего начать. О, я могу. Ой, блин, а это приходится между каждыми. Они типа отдельно будут между собой разговаривать. Ты не пошел в полицию с моим номером телефона? Да, кстати. Почему? Конечно, я не хотел, чтобы ко мне полиция приходила, ОМОНовцы вырывались, но я хотел, но. Но что? У тебя проблемы какие-то с полицией? Я не буду отрываться как-то от него. Сообщение, которое Хана мне отправила, внезапно исчезло. Как это? Из твоего мобильного телефона? Или если она тебе сообщение отправила, она не могла утерять его. Если она тебе отправила через мессенджер какой-то, то это возможно. Ну, хочешь сказать, его удалили? Ты серьезно? Верится с трудом. Ну, а по-другому, если понятия не имею. Это точно был не я. Как? А, что за бред? Ты что, выпил лишнего? Давайте все-таки используем какой-нибудь смайлик. Что это такое может быть? Возможно, его просто удалили. Ты как его получил? Ты можешь объяснить? Ты вот они непонятно. Как-то они вообще разговаривают вообще с очень странным контекстом. Ладно, я не надеюсь, что ты мне поверишь. Интересно, как же тогда со мной связался? Я верю тебе, Томас, а я и не верю. Ох ты, блин. А, все, я допендрил. Я допендрил. Я только что сейчас допендрил, почему он не пошел в полицию. Его удалили, это сообщение, поэтому он не смог пойти с этим номером телефона. Но если он... А, ему надо было подтверждение сделать, что это именно она отправила мое сообщение. Потому что если он покажет мой просто номер телефона, наверное, это будет как-то странно. Да? Ну тогда непонятно. Интересно, как же ты со мной связался? А, вот это, кстати, да, то же самое. Либо он его сразу же как-то добавил в контакты, либо непонятно. Давайте как раз-таки про это спросим. Я начал допендривать, кстати. А, так. Ну. Оф. У тебя бывали в жизни такие моменты, когда тебе плохо, настолько плохо, что ты их иногда не забудешь. Что ты их никогда не забудешь. Что? К чему это? А у кого не было, не принимая такого, нет. А я-то тут... Блин, вот да, этот вопрос, конечно, ответ очень странный. Не прям в точку попадает, но что-то похожее. Типа, а я тут при чем? Ну, вообще, я тут ответил совсем по-другому. Я подветил, не знаю, договаривай, не знаю, как-то. Что ты от темы увиливаешь? Что это за хренотень? Что за странные вопросы? Я не хочу такие... Блин, какие вопросы? А, да, это же вопрос идет. А это тут при чем? Что за странные вопросы-ответы? Я поответил совсем по-другому. А я тут при чем? Ну вот. Ты ни при чем. Я понял, что я ни при чем. То есть.
Можете, причем, да, хочешь сейчас ответить? Скорее всего, так и ответит. Это как-то связано с тобой, но я просто пытаюсь понять, в чем тут дело. Как ты связался со мной, если удалили у тебя мой контакт? Бывают такие моменты, которые невозможно... Да я понял, хорошо. Очень интересно, очень. Как будто память затмевает реальность. Кто сейчас в интернете так пишет? Ну, то есть, я понимаю, если между друзьями, между какими-то знакомыми людьми, но зачем ты пишешь такими, блин, не знаю, красноречивыми текстами? К чему это? Давай ближе к делу. Давай ближе к делу, да, серьезно, давай ближе к делу. К чему эти все разглагольства твои? Что за странности? Когда я внезапно получил это сообщение от Ханы, ты его записал сразу на листочек или сразу? Там было только твой номер, ничего больше. Не то я понял. Оно врезалось мне в... Ни хера себе у тебя память. Ты его как так быстро запомнил? Или ты... Это ж, блин, вот просто мне интересно. Вот если она пропала давно, или она пропала недавно, а вот то есть она пропала, но то есть, допустим, она еще не пропала, как бы таки не пропала, но от нее получил он сообщение с моим номером, да, допустим, и оно ему каким-то образом быстро вбилось в голову. Потом, когда он осознал, что он уже 3 дня не отвечает она, то оно как-то у него воспроизвелось в голове, и он мне решил написать. Либо это оно пришло сообщение после того, как уже 3 дня прошло, и ее нет, и он ее не может найти. Он увидел это сообщение. Он сразу не отреагировав, оно ему как-то вбилось в голову. И то есть он не успел его ни набрать на телефоне, не записать, не... и оно, как оно удалилось, оно резко же удалилось, пришло и удалилось, возможно, она, я ни хрена не понимаю. Я никогда не забуду номер твоего телефона. О, как классно, спасибо, ты теперь каждому будешь его рассказывать, да? Но так как сообщение исчезло, я не мог пойти в полицию. Замечательно. Почему? Боишься, что это будет выглядеть подозрительно, но ведь важна каждая мелочь. Какая каждая мелочь? Он не смог пойти в полицию, наверное, потому что, а какое бы он предъявление давал бы? То есть он бы сказал, ну, мне отправило сообщение. Хотя они могли бы как-то пробить по базе последние сообщения, возможно. Да, вот это возможно. Они могли бы пробить, скорее всего, как-нибудь. Последние сообщения, вытянуть их как-нибудь. Хотя, возможно, они стираются, если они стираются полностью, то они стираются полностью из всего интернета или как-то хранилища, непонятно. В общем, идем дальше. Почему? Почему? Ох, черт. Ох, черт. Я 10 минут назад должен был забрать младшего. Что? Что? Боже, я еще переписываемся, ладно? Давай, парень, что? Как? До встречи, Чебалу. Сейчас офлайн. Класс. Класс. О, я могу позвонить кому-то, профиль, магазин. Ух ты. Ник Чебалу, статус, видите статус. Какой статус? А, настроить тему, кстати, я могу. Загрузка. А, это за кредиты, ух ты. Ух ты, интересно. Ух ты, ети, твою налево, отстань. Нужно больше кредитов, нужно. Нет, не нужно. А, кстати, чат. Подожди, я хочу посмотреть, что еще. О, я могу кому-нибудь позвонить. Не знаю, кому. О, одна жизнь, кстати. Тут есть жизни, я увидел их до этого, что у меня есть жизни, но зачем они это, типа... Ой. Нет, спасибо. Ничего не надо мне. Отстань. Чат. Джесси Дэн, ты это знаешь? А так. Эй, чё как? Тебе не... Да, это мы уже прочитали новое сообщение.
ты это знаешь? А, как по мне, я просто эталон вежливости, особенно если все учесть. Ты это знаешь? Он тоже знает. Все знают, что я думаю обо всей этой фигне. Не злись. Ага, конечно. Потому что ты вдруг передумала... А, придумала, передумала. Я тут ни при чем. Еще как при чем, Джесси? Нет, я тут ни при чем. Ты о чем, парень? Я тут ни при чем, Дэн, отстань. Я просто думаю, что ты мог бы вести себя поделикатнее. Что он не так? Мне интересно, к чему она прибодалась к нему? Что он не так ответил? По сути, он... Если была это реальная переписка, тут были такие всякие маты, шуточки и все дела, а тут ничего такого. Вообще, поделикатнее? Какие слова настоящие? Какие слова? Настоящая авторка? Что? Просто следи за языком? А, авторка, это типа авторская все. Хочешь сказать, чтобы я не вел себя как придурок? Ты же это имела в виду, так? Ричи вернулся, мне пора, я ушла. Джесси сейчас офлайн. Ну супер. Ну и как тебе? А я ни хрена не понимаю. А как я за ними слежу? Это то есть я могу за ними следить? И как я сюда зашел? Я не могу здесь ничего написать. Хм. Ну и как? Давайте смотрим. Ну и как? А, это он меня добавил сюда. Чат. Да, это он меня добавил. Я-то смотрю, я не могу эту переписку. Он взломал меня и дал мне это. Это моя заслуга. Благодаря мне тебе удалось считать, что они пишут. А после такого. Ну сейчас мне интересно, это было волнующе. Ты что, хакер? Это незаконно. Мне было не по себе от такого. Ты что, хакер? Вот первое, ты хакер? Как ты меня взломал? Как ты мне дал такую... Ты и взломал, меня взломал, и еще... Хакер ты, блин. Ты хренекер. Кто ты? Это так меня называют? Я просто спросил. Хакер это тот, кто взломщик. Я вообще, это я тебя так назвал, ну, как бы тебе, по-другому тебе сказать, чмошник, ты взламываешь чужих людей и распространяешь их конфиденциальность. Что за вопросы? Меня обзывали и словами похуже. Я тебя мог бы похуже обозвать, честно, но игра не дает. Ты очень интересный человек, спасибо. Важно, чтобы тебе было известно то, что неизвестно другим. Слушайте, а почему мы не звоним? А ну-ка. Ну-ка, позвонить. Ну-ка. 02 ведь? А он 02. Если это английская версия, то, возможно, это, конечно, будет по-другому надо писать. Мне какой-то чувак взломал в тот момент, когда потеряли какую-то девушку. А чё никто не отвечает? Полиция. Ку-ку. FaceTime, да, это я говорю, это iPhone какой-то, блин. Ну что за мессенджеры, я не понимаю. Такое чувство, как будто это просто в их сообщениях, но разве можно удалять сообщение? А, ну он же хакер, точно. Это же он мог удалить просто сообщение с того телефона, по сути. Никто не отвечает. Странно. Ну, возможно, это американское, поэтому 911. Что за бред? Никто не отвечает, никому нет никакого до меня дела. Вообще класс. Перестань говорить загадками, что ты имеешь в виду. Ты что, пытаешься этим оправдать свои извращения? Что он имеет в виду? Какие извращения? Мне интересно. Там была какая-то непонятная. Что за ответы вообще? Хрень пойми. Ох, давай. Когда уже начнется какое-нибудь интересное что-то? Давай не будем обращаться... А, обращать... Ёпта, ты кто?
Он не звонит. Я не хочу ему отвечать. Ну-ка. Ой, ёб твою. Ты что, дурак? Ой, не стань тратить время на пустые расспросы. Похищение произошло у меня на глазах. Это все, что тебе сейчас нужно знать. У меня есть пароль, электронные письма. И доступ к частному аккаунту. Я представляю тебе информацию, которая поможет тебе разобраться в этой ситуации. Возможно, тебе не понравится то, что ты узнаешь. Доверься мне. Нихера себе. Он взломал меня, он нашел меня, он... Вообще, хер пойми. Что это было? Ты вообще понимаешь, насколько подозрительно себе ведешь? Этот чувак... Он на Дэна похож. Вот, посмотрите на аватарку Дэна и на него, который он сейчас... Что это было за херня вообще? Таким голосом, кто так разговаривает вообще? Вообще, по-моему, всем насрать. Никто по голосу не определит тебе все равно. Первый вопрос у меня, да, это ты похититель. Ну, хотя он сказал это на его глазах. Ну, сейчас он скажет, ты тупой, я только что тебе сказал, что... Это все мои меры предосторожности, не отвлекайся на них. Чего? Что? Какие меры предосторожности? Ты дурак, что ли? Я дам тебе доступ к облачному хранилищу Ханны. Ох ты, если ты знаешь, где Ханна, почему ты не дашь нам... Ладно, веди себя тактично и сможешь получить доступ к ее данным. Можешь объяснить поподробнее, что ты хочешь этим сказать? Ну? На облачном хранилище Ханны лежат самые разные файлы. Тебе придется расшифровать каждый из них, чтобы получить доступ к ним. Ты не можешь сам все расшифровать. Я знаю, что ты там найдешь, готовься к худшему. Кровищу, голые тити и что-то такого наподобие, да? Кровь, кишки, голые титьки, маты, да? Но, скорее всего, ты найдешь что-то полезное. Да ладно. В хранилище Ханы, если это ее телефон, можно по геолокации найти, где ее сейчас телефон. А тем же самым найти, где она может быть. Если, конечно, находится телефон там, где она. Фух, что, какой фух? Если бы только Томас знал об этом. Фух, или что-то... Да Томасу тоже нельзя доверить, как-то непонятно. Вообще, при чем здесь я? Я отдал Томасу и все. С какой пометкой XXX? Что это? Если бы... Да, я скажу, если бы Томас только знал об этом. Ну, а что мне надо еще сказать ему? Ну, я хочу рассказать Томасу. Не стоит так думать. Сейчас он скажет, что, наверное, Томас... Он может оказаться похитителем. Ну, я так... Ох ты, ёпта. Непонятно. Очень, очень даже загадочно. Если найдешь какие-нибудь файлы на облаке Ханы, обязательно отправь их мне. Что? Подожди, он... Это все мои меры предупреждения. Я дам тебе доступ к облачному хранилищу Ханны. Этот придурок имеет сам доступ к хранилищу Ханны и говорит мне, чтобы я нашел какие-нибудь файлы. Что? Ты дурак? Ты сам не можешь? А если что-нибудь найдешь? А если ты что-нибудь найдешь, тоже со мной поделишься? А почему бы тебе этим не заняться? Обязательно покажу, конечно, я какому-то не... Почему бы тебе этим не заняться, вот серьезно? Что это за хрень? Ты такой занятой, что ли? Что за бред? Я не могу делать все и сразу, но если ты думаешь, что я тут сижу без дела, спешу тебя заверить. Я просто занимаюсь другими зацепками. У нас мало времени, и исключительно в целях безопасности. Все это только между нами. Никому не говори, я серьезно. Класс, он офлайн. А я могу что-то написать кому-нибудь? А что мне теперь делать? А, во, облако, ёпта. Ни хрена себе. Реши одну мини-игра, чтобы вернуться к истории. Ух ты, ух ты.
А, что ж, ну этим мы займемся в следующей серии. Потому что и так уже довольно нормально я записал. Игрушка прикольная. Прикольная игрушка. Непонятно, что да как. Пока что кто на самом деле из них похититель. Возможно, из них нет похитителя. Непонятно. У меня даже нет догадок. У меня, ну серьезно, все сбилось. Просто никаких зацепок нет. Кроме вот Томас. Ну вот у него удалилось сообщение. По сути, если этот хакер, он может быть похитителем, потому что, ну, по сути, он всех взломал, он может все что угодно сделать. К нему больше всего каких-то подозрений. Во-вторых, к Томасу непонятно, было ли у него сообщение, не было ли у него сообщение. Можно было бы связаться с этим хакером, сказать ему, вот у Томаса пришло сообщение с моим номером. И то есть возьми и взломай его, найди, откуда было доставлено, как было, когда, кто удалил, что сделал, кто да как сделал. Вот это вот. Во-вторых, как он нашел меня? Как вообще он связан с этим? Откуда он знает Ханну? Кто он? Что он за всевидящее око, которое все знает о всех? Он именно ищет Ханну. Он какими-то другими зацепками. То есть во всем мире, так, значит, он какой-то знакомый между ними. Непонятно, кто это. Очень, очень даже странное дело. Непонятное. Но игрушка прикольная. Игрушка прикольная. Думаю, продолжим в следующей серии. Ну а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Всем пока-пока.